Любой ответственный хозяин знает, для того, чтобы сохранить и поддержать здоровье своего питомца, нужен правильный уход за шерстью, ушами и когтями животного. Это лучше доверить профессионалам. Мастера салона «Мой любимец» подстригут, расчешут и приведут в порядок когти и лапки любого животного разной породы и размера. У той терьера Бетти, например, по программе сегодня душ и уход за шерстью. Все с использованием специальной косметики для собак. Шампуни, гели и даже парфюма для пушистых. Я очень люблю свою собаку, и поэтому я пришла в салон, чтобы над ней поработали профессионалы. И чтобы мы были красивые всегда. А китайский хохлатый по кличке Глазки пришел в салон на комплексный уход. Он включает все процедуры, начиная от купания и заканчивая чисткой ушей. Пса причесали, сделали стрижку, в том числе на лапах, и подстригли когти. Для этого в салоне есть все необходимое оборудование, специально сконструированное для таких салонов красоты. Ну а главная ценность – это все-таки мастера, которые умеют найти подход к любому животному. Для каждого из питомцев нужен правильный уход. И только в салонах наши мастера смогут это сделать. Ждем наших друзей любых пород, кошек и собак, лохматых и гладкошерстных, чтобы мы их привели в порядок профессионально. Наши мастера все сделают, приведут вашего питомца в красивый вид. В честь открытия салона красоты для животных первые посетители, обещают его руководители, получат подарок. Салон «Мой любимец» работает в Адлере на улице Кирпичная, 1/3. Запись по телефону 8 918 912 79 97. Ольга Десятова, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ.